Всем привет! С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. Немножко замерзла на моречке в Абу-Даби, хотя вода теплая, просто это я мерзну. Прошу вашего лайка, подписки. Мы начинаем серию про Абу-Даби. Поехали! Вот выходим из нашего отеля и идем на пляжик. Сейчас покажем дорожку на пляж. Нужно пройти через туннель. Идем к туннелю. А вот и он, туннель. Все, сейчас будем заходить в туннельчик. Да, входим в туннель, вот показывает, что нам идти на пляж по туннелю. Почему по туннелю? Потому что здесь проезжая часть. Вот с вами и найдем сейчас дорожку. Как все здесь как-то, давай уже поэтому пойдем по ступенечкам. Ага, ну напоминает наши киевские переходы, только без киосков. Вот все, идем, выходим там. Вот, перешли туннельчик, наш отельчик, поворачиваем и идем на пляж. Кстати, очень прикольно, только что встретили в фойе нашего отеля девушку, с которой тренируемся в нашем зале в Иляйне. То есть люди тоже выбирают сеть отелей Редисон. Пока все классно, рекомендуем. Обед был очень вкусный, интернет летает. Но пока никаких нареканий нет, реальная пятерочка. Сейчас вот идем на пляжик. Непонятно, какой-то заборчик здесь. Интересно, в какую-то дверку входить, что ли, надо? Народ, на пляже как пройти? Какие-то здесь замочки. А, вот Наташка говорит, тут вход через это, через дверцу. Ага. Ну, пойдем, пройдемся через дверцу вход. Hello, we are Radisson Hotel. Want to go to the beach? Покажи вот это. Yes, 1012. Number 1012. Ага, Саньки, вот надо написать здесь ваше имя, фамилию. И потом вас проверяют температурку, и вас пропускают, дай бог. Yes. Hello, hello. Thank you. So we'll go through this door. Thank you. Так, ребята, значит, температурку замерили, просто проходим дальше уже на территорию. Все, все очень строго. Thank you. Вот, все отличненько. А так вот для простых смертных закрыты ворота. Ох, интересно, обход какой территории. Вот так просто не попадешь. О, закрыто все, видите? Ну а теперь мы идем на пляж. Народ, я не видела воду, такую воду небассейную, 10 месяцев. На Шри-Ланке в декабре была последний раз. И сейчас все, загадываем все желания. Желание одно, чтобы корона поскорее закончилась. Прекрасно, какая территория. Огромнейший бассейн. Большой действительно. Киоск с мороженками. Пляж, 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 пляж. И водичка. Сказала бы море, но это не море, конечно, это залив. Прекрасно. Вот уже сейчас спускаемся, ну, назовем это к моречку, песочек, песочек белоснежный, очень приятный. Приятный, приятный, без галечки, без камушков. Идем смотреть. Ох, вот народ, показываю вам моречко. Ветер дует приличный, и вот он, Абу-Даби. Сейчас вам увеличу здесь все. Абу-Даби. И вот оно моречко. Сейчас потрогаем. Оно такое тепленькое, даже для меня тепленькое.
Обычно я выскакиваю с воплями: холодно, не-не-не, моречка классная. Ох, ловите вам моречка, чтоб вы все на море ездили. Шикарно, шикарно. Всем привет. Снова привет, осмотрим, да? Народу на пляже нет вообще, в принципе. Очень классно отдыхать, купаться. Мало-мало людей сейчас. 4 часа дня. То ли все поуходили, то ли еще не пришли. Вообще просто шикарно. Сзади меня моречка. Всем привет. Все, кто ставит лайк сейчас, тому море целый год. Сегодня отель Radisson Blum Abu Dhabi Corniche. Скажу так, это пятерочка. И 4 дня в ней нам обошлось $426 на двоих. Это полный пансион, то есть включен завтрак, обед и ужин. А только завтраком стоило $282 на двоих за 4 дня. Ну, за 4 ночи, так говорится. Но это просто отель, без перелета, естественно, без трансфера. Мы отдельно его оплатили, ну и без медстраховки, у нас страховки и так есть. Отель пока очень нравится, реально новая пятерочка. Такие новые-новые стены, их трогать приятно, только вот ремонт недавно был, мы даже читали в отзывах. Шикарные стены, да, нравится. Что еще? Еда очень вкусная. Вот сейчас еще, по-моему, мы не переварили обед, будем идти на ужин. Чем нас удивит Radisson в ужин? Прикольно, наверное, будет. Очень классный пляж, очень шустрый интернет, даже на пляже ловит, что радует, пляж частный, именно пляж отеля, и там можно находиться без масок. В Абу-Даби дышится сложнее, чем в Эль-Айне, и вот эта дорога 5 минут до пляжа через туннель, было очень тяжело дышать. Когда одели маски и выходили уже с пляжа, мы обратили внимание, что дышать в масках очень тяжело. То есть большой плюс отеля, что бассейн и пляж без масок. Это реальный плюс. Вот, так что это наш первый день сегодня в отеле, первый из 4. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, будет продолжение. Всем пока!